Спортивная команда из центра подводного плавания «Садко» провела зарыбление одного из рязанских водоемов. Они закупили 200 килограммов рыбы, в основном карпа, но также и мальков, толстолобика и амура, и выпустили в водоем. Мы, подводные охотники, как никто лучше, знаем, какая ситуация творится на дне водоема. И видим, что рыбы стало намного меньше. Поэтому решили собрать общие средства добровольцев и зарыбить. Точного адреса водоема организаторы акции пока не называют. Выпущенная в водоем рыба должна освоиться и прижиться, иначе есть опасность, что ее быстро выловят охотники за легкой наживой. Конечно, приживется рыбка. Вот, главное, сейчас первые две недели надо ей прижиться, чтобы никто ее не поймал, там не выловил. Вот, приживется, и мы надеемся, что будет погода хорошая, теплая, и он размножится, и будет расти, размножаться. Подводные охотники планируют сделать такие акции по зарыблению водоемов традиционными. В будущем они хотят проводить также очистку водоемов от мусора. Дальше у нас планируется акция по очистке водоема Барковского карьера, который находится напротив ленты. Там выложили очень много мусора, и хотелось бы, чтобы мы жили все в чистоте. Акцию подводные охотники проведут в начале июня с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. В медицинских масках, перчатках и соблюдением дистанции.